В течение недели Тольятти выступал в роли столицы яхтинга России. С 31 августа по 6 сентября здесь проводилось первенство страны по парусному спорту в олимпийских и международных классах яхт. Участвовало в состязании более 2,5 сотен спортсменов, представляющих многочисленные регионы России. Главной целью соревнования был отбор в сборную команду. У яхтсменов до 19 лет он завершился, а более старшим предстоит второй этап. Следующий тур состоится в Сочи в конце текущего месяца. В преддверии состязаний на морской воде участникам первенства удалось успешно протестировать свои возможности на акватории Куйбышевского водохранилища. За всю регату прошло по 12 гонок практически во всех классах. Первенство России, как и многие другие старты в нынешнем сезоне, было организовано на базе яхт-клуба «Дружба». Не секрет, что парусники едут сюда всегда с большим удовольствием. Хозяева всегда радушно встречают, да, создают все условия для спортсменов, для проведения соревнований, для судей. Вот. Ну и сам клуб, наверное, лучший в Европе. Куйбышев Азот всегда славился таким деловым подходом, да, и не может просто по определению плохо делать. Выступлением представителей Самарской губернии областная федерация осталась довольна. Награждение победителей и призеров состоялось в «Дружбе» 6 сентября. Яхтсмены получили награды в разных возрастных категориях и классах. Это событие ознаменовало окончание сезона большого яхтинга в Тольятти. В то же время организаторы регаты уже строят планы на будущее, ведь в Самарской области вполне реально провести соревнования более крупного масштаба. В планах проведения кубков мира, чемпионатов мира, чемпионатов Европы, мы сейчас работаем над этим. Ну, нужна поддержка уже губернских властей, и мы готовы. Альфия Ярулина, Валерий Мальков, служба информации ВАСТВ.